Первый вопрос, пожалуйста, НТВ. Мама подарила ему часы, расскажите, какой подарок. Часы исторически, на мой взгляд, будут. Я еще буду, наверное, их хранить, а потом через какое-то время, когда появится определенный бюджет экспозиции в нашем краеведческом музее, я передам туда, там по этим часам строители отмечали время выполнения определенных работ по сооружению эстакад, станции метро Горьковская, туннели наших метро моста. И, конечно, это подарок очень дорогой. Это подарок людей труда, которые продвигают наш город вперед, обеспечивают его развитие. И мы рады, что в этом году мы сделаем интересный шаг для того, чтобы сделать жизнь нижегородцев, приятную для наших гостей, более комфортной, удобной, приятной. Поэтому всем спасибо. Александр, на 4 ноября стало серьезным испытанием для всех, для вас и сотрудников. Скажите, пожалуйста, вот вклад этих людей как можете оценить? Можете ли и в дальнейшем рассчитывать на них? Вот сегодняшнее мероприятие, награды, оно как раз и показало, кто все-таки были те люди, которые в очень сложных условиях и ограничения по времени, и непростые погодные условия, ну и вот такая вот концентрация людей, техники, технологий при реализации такого проекта, как строительство метро, и по большому счету самого строительства дороги, показали себя с лучшей стороны и наши инженеры, и наши проектанты, руководители. Но и особенно мне сегодня было приятно поздравлять простых городцев, рабочих, водителей грузовиков, катков, асфальтоукладчиков, тех людей, которые вот собственными руками творили историю Нижнего Новгорода. Потому что такое метро? Это история Нижнего Новгорода. Конечно, большое спасибо. Я думаю, что какие бы у нас ни были планы, финансовые возможности, без их золотых, ничего у нас не получится. И я думаю, что у нас еще много-много работы совместно, и в этом зале мы неоднократно. И последний вопрос за компанию «Волга». Как вы оцениваете объем проделанной огромной работы и на публичке, как вклады в будущее? Ну, на самом деле объем, конечно, колоссальный. И это огромный труд большого количества людей. Это проектировщики, строители, дорожники и другие технические службы. Огромный труд. Но в отличие от некоторых, мы верили и знали, что эта работа будет выполнена в срок, с должным качеством. Были, конечно, люди, которые с недоверием относились к этим срокам, но, в общем, несмотря ни на что, выполнили эти сроки, построили эти замечательные объекты, и впредь, я думаю, будет не один, и не по одному каждый год. Очень бы этого хотелось. Спасибо.